Кира, ты теперь мой должник, здоровяк. Мне нужно попасть в святилище Азазеля. Я спас тебя от рабской жизни и прервал проклятие. Теперь посмотрим, есть ли хоть слово правды в легендах о драконах. Глупый смертный, неужели ты действительно верил в детские сказки о благородных драконах? Но я, Нага, последний своего рода, помогу тебе. Не потому, что ты спас мою жизнь, а потому, что победа за тобой. Если ты смог победить меня, то, может быть, справишься и с Азазелем. Когда этого демона не станет, я вернусь и снова стану мирно хранять свои сокровища, как прежде. Я помогу тебе один раз, воин тень! Но затем наши пути разойдутся. После этого ни на что не рассчитывай. Мой долг перед тобой будет выплачен сполна. Вполне честно. Приступим. Конец всего, что существует в мире, человек. Тысячи лет назад, согласно летоисчислению твоего рода, демоны нанесли удар из темноты, убив всех моих сородичей. Теперь ужас полного истребления грозит и твоему народу. Преграды замков между подземным миром и владениями ада больше нет. Демоны стремятся к одному. Править всем, что существует. Завладеть всеми мирами. Да, вот так. Ого, вот это прогулочка. Сконцентрируйся, воин тень. Прежде чем мы сможем добраться до повелителя ада, нужно справиться с демонами-полководцами, что стоят во главе легионов Мефистофеля. Да не проблема. Просто покажи пальцем, где эти мерзавцы прячутся. Черта не выйдет. Ты не оставляешь мне выбора. Очередная чертова дверь? Я обрушу пламя ада на них! Мы уже в аду.
Встает! Идет очищение! Thank you.
меня! Только эта попытка слабовата. Thank you.
мерзкие создания осмелились пригодить мне... Как эти мерзкие создания осмелились пригодить мне путь?